Добрый день, друзья! Вновь мы на реке. Сегодня взяли спиннинг, две удочки, прикормку. Попробуем встать на протоке, в проводку немножко порыбачить. Если будет бить щука, попробуем поймать щуку. Смотрите, мы едем. Вот, друзья, выезжаем мы на просторы Волги. Видно ту сторону. А хотим мы встать в одной... В одной из проток. То есть вот сюда вот. Тут проток, как бы такая полоса, и мы хотим встать на удочку. Сейчас посмотрим. Проплывем вот здесь вдоль. Так вот. Немножко болтает. Ну давай готовить якорь. Сейчас мы кинем якорь, встанем и посмотрим. Вот мы встали. Ну, привязались мы к камышу. Сейчас я парши и червя насадил. Вот сейчас будем пробовать первые забросы. Бок у меня что-то еще плохо встает. Трава, что ли? Нет, небольшая трава. Ну, сейчас все равно, чтобы начала, надо, чтобы подошла трава, наверное. Вот она, первая поклевочка. Давайте. Ну-ка, веди его сюда, пацачок. Вот он, вот он, вот он, вот он. Опа! Ух ты, какой классный. Под, на камеру чуть. Классный какой попался. Блин, 5 минут не простояли. Все суперский. А, есть начало рыбалки. Ну, ладно. Сейчас садок достанем, положим. Ну что ж, начало есть. Попалась она с глубины. Здесь 1,2 метра глубина, но было на той удочке 1,5 метра. Сейчас новые забросы. Будем ждать поклевку. И попробуем снять. Вдвоем удобно снимать, если у одного клюет. Все замечательно. Отклевывается на одном. Далеко. Ждешь ли что-то? Торопишься. Вот и у меня что-то тут чуть-чуть так тихонечко-тихонечко так дернуло. Прямо под лодкой у меня вообще стоит. Можно было брать мормышку и ставить на мормышку, если тихо стоять. Приятная погода, затишье стало, ветерок немножко убавился. Наши поплавки торчат. Ждем рыбу. Птички поют. Просто прелесть. О, есть, есть, есть. Кто-то клюнул. Сачок. Сачок-то где у тебя? Вон он у тебя плавает, ты его утопил. Ладно, давай так возьмем мелкое. Вот такая вот сорожечка попалась. Замечательно. А сачок у нас упал. И плавает он вот так вот. Только носик торчит. Ладно, пенопластик привязанный. Так бы сачка уже не было. Ну вот так вот. Уже... Топили много сачков. Еще одна поклевочка у нас произошла. Сачок наготове. Кто там у нас? Не очень крупная. Но мы, как настоящие рыбаки, ловим сачок.
Замечательная сторожечка попалась. Отлично. Еще одна поклевочка у нас. Ну, не крупная сорожка, но мы ее все равно поймали. Вот так. У тебя, кстати, вот здесь удочка. Вот такая сорожечка попалась. Замечательная. Вот, ловим дальше. Пока я только снимаю. Стоим дальше. Наверное. Пока ждем. Кто-то сзади едет. Сейчас посмотрим, кто все равно мимо нас проедет. Вот мой поплавок стоит. Попробовать. Прямо под лодкой попробую сейчас. Смотри. У меня поплавок так гуляет. Оп, вверх вниз, видишь? Смотри, как будто клюет. Все-таки цепляется он у меня за что-то. Или груз большой, да. Как будто клюет. Буль-буль. Буль-буль. Смотри. Ай, класс. А у тебя на месте стоит. Ага. Прикольно. Ну и ладно, нормально. Стоим дальше, ждем. Молодец. На малом ходу прошел возле нас. Дальше поехал, да? Ну, посмотрел и... В принципе, не страшно это ничего. Ну, приятно. Ладно, хватит пока. Ненадолго поменялись удочками. Рыбачим мы на нижнем, у нас червяк, куча, а сверху опарыш и перловка. А подкормили мы перловкой. Ждем дальше. Вот, решили мы переставиться, завязываемся вот здесь за камыш. А здесь я вот такую штуку соорудил. Завязался за камыш и веревку. Ну, что-то типа перетяги. Сейчас та сторона все завязал. И сейчас я свою сторону тихонечко вот так подтяну. И у нас будет натяжка. Все? Завязываю, наверное, сильно не буду. Сейчас подожди, я буду потянуть. Обычно все замечательно завязываюсь. Делаю узелочек такой вот. Такой вот узелочек. За веревку от лодки. Вот так. Все. И теперь ловим. Стоим вот уже полчаса, пока не клюет. Но погода хорошая. Облачка такие пошли. Вид просто класс. Отдых по полной программе. Все классно. Ждем дальше. Ну вот, друзья, решили мы, пока не клюет, попробовать на спиннинг. Потом, если будет желание, порыбачим еще. А пока достаем, что мы поймали. Поймали мы три сорожки и одного подлещика такого. Ну, замечательно. Ладно, складывайся. Решили мы попробовать покидать спиннинг. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Давай в центр раз, три, кинь.
себя отскочил в лесные. Вот я сейчас ничего не делаю, нас течением закручивает. Вот как воронка она идет, нас крутит. Да? Как заворачивает. Разлив большой, у рыбы есть куда прогуляться, найти ее немножко так. Ну, может быть, даже и сложнее, может, просто угадать надо. Сейчас давай вот туда попробуем вдоль травы еще кинем. Ну, мы просто видели, пока стояли на удочку, здесь немножко как бы плескалось, похоже на щуку. Ну, может, и не щука была, но очень похоже. Ну, вот это место, она здесь у нас всегда держится в каком-то, пусть небольшом количестве, но есть. И поэтому надо пробовать. Немножко кидаем, посмотрим, поплаваем, может, еще какое место интересное найдем. Может, еще раз попробуем тут же встать на удочку попозже. Ну, поглядим, пока еще путешествуем. Смотрим. Вот остров затопленный. Когда нормально воды, высота у него около 2 метров. А сейчас 20 сантиметров земли. Ничего страшного. Еще несколько раз кинем, поглядим. Погода пока хорошая. Тучки далеко. Сейчас покажу их. Вот там только красивые тучки. Вид шикарный. Ну ладно. Пробуем. Будет поклевка. Попробуем заснять это дело. Сейчас еще пару раз кинем. Лодка немножко сдула. Пойдем подкачаем лодку. Перекусим. Порыбачили мы около 2,5 часов, наверное. Вот первые полчаса клевало, потом нет, может, поздновато приехали. А приехали мы сюда 7:30, где-то в 7:30 на место. Может, течение кончилось, но мы успели мы поймать. В принципе, нормально. Для первого раза вот такой вот рыбалки, именно что вот, или проводка такая небольшая. Нормально бывает, течение когда сильное, получше, конечно. Ну, посмотрим. Сейчас покатаемся еще, посмотрим, может, найдем интересное место. Может, просто покатаемся. И потом обратно будем снимать дальше продолжение видео. Ну, сейчас мы пьем чай, наслаждаемся красотой Волги. Такие виды у нас классные. Наша лодка. То есть отдых прекрасный. Вот так вот. Чаще выходите на речку, наслаждайтесь природой. Просто красота. Вот, решили мы разжечь костер. Нашли мы старую сеть брошенную. Куча мусора. Ну, камыш мы, конечно, уж трогать не будем. А вот мусор-то мы поджигаем. И тут вода. Сколько сможем, мы сожмем. Каждый раз по чуть-чуть. И будет приятнее в следующий раз.
Вот за нами уже чистенько. Проверяем. Костер. Бутылку сюда же кинем. Блин, надо было ее открыть, а рванет. В сторонку сюда. Так. Так, траву. Траву надо гасить. Хочет он разойтись. Даже зеленая трава от ней сухая. Надо ее гасить вот так. Вот. Если каждый за собой хотя бы вот так по чуть-чуть будет сжигать, будет приятнее рыбачить. Так что убирайте немножко берег. Да, вон сколько мусора накидали. Это сделали рыбаки, которые сжигли здесь костер и не могли сжечь за собой мусор. Убирайте за собой. Будет приятнее ходить на природу. Поклевочка очередная. Вот. Давай, давай, заводи. Ну, не крупная. Такая вот сорожечка, но не важно. Есть. Ладно. Меня не ударь. Вот такая рыбка у нас попалась. Класс. Будем не успел сидеть. Я включить камеру, потому что у меня рыбка клюнула. Вот такая вот сорожка тоже не самая крупная. Но классно. Все, у меня тут клюнула одна. Давай подгреби, ты сачок тебе жалко, что ли. Вот так. Еще одна сорожечка. Ну, клевая рыбка, большая, маленькая. Ну, давай еще раз. И поедем дальше. А ты что еще блеснул там? Друзья, вот наш сегодняшний результат. Сейчас мы уже поедем домой, сложим рыбу. Вот мы поймали. Единственное, я не снял, как мы поймали этих линей. Ну вот они. Немножко сорожки. Подлещик, пару линей. Но сейчас уже телефон сядет, снимали долго. Вот такая сегодня у нас рыбалка получилась. Ну что ж, вот такую я себе сделал штуку под телефон, самодельную. Сюда зажимаю телефон и снимаю. Ходите на рыбалку. Всем удачной рыбалки. Ни бока, ни бера. До свидания.